Заставонька. Друзья, всем привет. Пришел очередной мелкий пакет. Практически что-то я там ничего не могу, в общем, нащупать. Здесь должна быть микросхема, в общем, 7-9435-АПМ-435-9435-9435-А-СТМ-9435 в корпусе СОП-8. Она мне нужна, в общем, для кто помнит, фонарик, короче, я батарейку припаял наоборот с плюс-минусом, и, короче, все, он крякнул. Я буду восстанавливать, в общем, вот этот вот свой старый новый фонарик, в общем. Вот эту вот микросхему вот буду, в общем, перепаивать. Давайте посмотрим, что там пришло. Так, обошлась она мне 46 рублей 37 копеек. Сейчас она стоит 12.14 и доставка 28.08. Ну, сами сплюсуйте. Ссылку я оставлю в описании. И на кэшбэке тоже, с которыми сэкономите. Вот, тоже будет в описании. В общем, ну, если хотите, конечно. Так, 19 мая заказывал. Сегодня у нас 29 июля, 29.07. Заказывал 19.05. Вот только она, только вот она мне пришла. Так, ну давайте посмотрим, есть ли что-то здесь. Ощущения такие, как будто здесь вообще ничего нету. Но что-то же должно быть. 19 июня. Больше 2 месяцев шла, короче. Я уже продавцу написал. Я говорю, продли срок защиты. Он вот плюс 20 дней, короче, прибавил. Хотя мог оставить, да, сколько там, сколько срок был, по-моему, 75 дней, да, после отправки. Гарантийный возврат средств. В принципе, я за нее мог и деньги вернуть, но ладно. Так, 11 дней у меня еще есть. Вот такая вот маленькая штучка. Она была у нас вот в таком вот слайде. Видите, и она отсюда выпала. Вот так вот она. Вот так вот она выглядит, вот такая милипусечка. Так, на ней даже что-то написано. Но я, наверное, не разберу, чего там написано. Может, и ничего там не написано. Но метка ключ есть, значит, будем ее ремонтировать. Так, и на этой микросхеме, по-моему, тоже ничего нету. Я ее нашел так, от балды, и искал схему, короче, вот таких вот всяких налобных фонариков, и вот наткнулся на нее. Ну да, на это у нас тоже ничего нету, но вроде на вид она такая же, восьминогая. Но говорят, их еще надо, прежде чем ставить, надо, короче, прошивать. Вот. Прошивать под аккумулятор, по-моему, под светодиод или что-то такое. Ну, не знаю я, не буду, короче, сейчас ничего говорить. Но вот такая тенденция все-таки присутствует. Так, ну вот, все, вроде пришла. 2,5 месяца, да? Но пришла, ладно, я уже купил новый фонарик. Ну, наверное, вы уже видели видео. Такой же и на 100 рублей дешевле. Тоже на Яндекс.Маркете. Там что-то... А, этот, по-моему, я брал в Китае, да, на Алиэкспресс. А еще один такой же, на 100 рублей дешевле, нашел на Яндекс.Маркете. В общем, вот. Ну, уже переделал его, заказывал аккумулятор от Panasonic 3400. Но опять обманули, в общем, прислали на 2500. Вот. Но все-таки спор я выиграл. Продавец там упирался туда-сюда.
потом доказательства уже необратимые предоставил, все, короче, он это самое, больше ничего не писал, ничего, никаких оснований в свой адрес не выдвигал. Так, ну все, в общем, чего-чего. Ждите следующего видео в скором будущем, значит, как я буду менять и получится ли у меня, не прошивая микросхему, сделать так, чтобы он заработал. Так, еще, наверное, все-таки надо будет заказать аккумулятор на 3400, я его сюда поставлю. Наверное, да. Блин, надо было это дело сделать раньше. Поэтому ремонт затягивается еще месяца на два. Ну, в общем, кому интересно, тот, наверное, все-таки посмотрит, получится у меня или не получится. Вот такие дела. Ну, на этом все. Ссылки оставлю в описании. На фонарик. Ну, если найду, и на фонарик оставлю, и на микросхему. Вот. А на этом все. Ждите следующих видео. Всем пока-пока.